Наряды, украшения от Тиффани и незабываемая улыбка Одри Хепберн в этом фильме стали вечными женскими ценностями. А жемчужное колье с бриллиантовой розой «Рапсодия» оценили в 3 миллиона долларов. Изначально колье для главной героини создатели фильма хотели заказать дому Сваровски, но Николь Кидман отказалась и захотела настоящие камни. Тогда за украшение весом 3 килограмма взялся ювелир Стефано Контури. Николь была счастлива, зрители довольны, а кассовые сборы высоки. На бриллиантовое колье потратили 10 миллионов долларов. Легендарная четверка успешных и ярких женщин вела моду не только на туфли, но и на украшения. Особенно запомнилось обручальное кольцо для главной героини с черным бриллиантом в 5 карат. Почему черным? Потому что ты не такая, как все. Цена держится в секрете. Для этого скандального фильма бренд Cartier создал уникальное и единственное в своем роде кольцо с бриллиантами, как символ смерти и любви. Стоимость не разглашается. Попробуйте оценить сами. Это фильм о великих людях, любви и драгоценностях. Здесь, на герцогине Виндзорской, уникальное колье молнии от Ван Клифф из платины с бриллиантами. Оно до сих пор очень популярно. Попробуйте угадать цену. Пишите в комментариях. Фильм стоит посмотреть хотя бы только из-за этого бриллиантового чокера на шее несравненной Анджелины Джоли. Богато, дерзко и незабываемо. С этого украшения, сделанного из старинной тиары, началась собственная ювелирная коллекция актрисы. Цена соответствующая – 1 миллион долларов. Встречайте самое дорогое украшение в нашем списке. Это колье с желтым бриллиантом Айсидора стоимостью 14 миллионов долларов. Цена впечатляет, как и блеск камня. Кстати, лимонное платье для главной героини шили специально под этот бриллиант.